Знаете, что можно сделать из вот таких вот пластиковых труб? Можно сделать обычный и дешевый, выгодный для вас цветочный горшок. Если же вы хотите заняться, например, садоводством, то вам выгоднее сделать самодельный горшок из таких вот пластиковых труб, чем идти покупать дорогой горшок, очень дорогой. Или вдруг вам, например, не понравится заниматься садоводством, то вы просто потратите свои деньги. И, сейчас я вам, покажу, как сделать этот самодельный цветочный горшок. Сейчас я одену на рукавники. Их нужно одевать обязательно, потому что во время работы, в основном их используют в школе, чтобы не запачкать белую рубашку. Вот. Итак, я надену перчатки, я одену одну перчатку. Я не буду одевать перчатки. Итак, я возьму сейчас пилу. Пилу с мелкими зубчиками. Вот. Я возьму нашу трубу и отрежу. Вот. Я, конечно, все это отрезал заранее пилой. Нужно вообще отрезать где-то вот столько. Это где-то выйдет, где-то сантиметров 10, наверное, или 12, может, 20. 12 сантиметров. Вот. И нужно вот в этой вот, в этой трубе сделать три дырки. Их нужно сделать одну здесь, другую здесь и третью вот здесь. Вот. Мы возьмем сейчас такую вот ручную дрель. Вот. И мы возьмем и просверлим. Вот. Одна дырка вот есть. Можно еще взять вот такую вот дрель. Ее берешь, вот сверло вставляешь и крутишь. Ой. Вот, хоп, хоп. О, все, и дырка готова. Можно, конечно, взять и расковырять дырку, например, отверткой, или шилом можно расковырять. И третью, дырку я, конечно, сделаю вот такой вот ручной дрель. Вот и все. Все. Три дырки есть. Итак, мы сейчас возьмем, цветочный горшок без дна. Мы возьмем, чтобы нам было выгодно, вот такой вот компакт-диск. Обязательно поинтересуйтесь у родителей, нужен ли он им или нет. Мы положим диск, зеркальной стороной вверх. И положим наверх нашу трубу, будущий горшок. И нужно расположить ровно по центру. Так. Где-то вот так вот выйдет. И мы сейчас возьмем термопистолет. Ой. Вот. И мы сейчас это все склеим. Итак. Так, все ровно, да.
Вот, нужно клеить аккуратно. Главное не обжечься. Вот. Вот. Все, вот мы закончили клеить. Надо его, ну, буквально немножечко подождать, чтобы засох этот клей от термопистолета. Вот. Все, вот видите, все приклеилось. Итак, сейчас вы узнаете, вот для чего мы делали вот эти вот дырочки. Вот. Ну, не все горшки, они стоят на подоконнике. Некоторые горшки, ну, их вешают, например, на балконе или просто в квартире подвешивают, и они висят. Вот. И для этого вот, видите, здесь такие вот три крючка. Один я, ну, специально сделал, ну, вот таким, ну, вот веревочку с ярким цветом, чтобы вы, ну, поняли примерно, что это, чтобы хорошо его было видно. И вот, и мы сейчас этот крючок вот так вот оденем, вот. И также все остальные. Вот так. Первый был крючок, вот сейчас второй сделали. И так, хоп, третий. Ой, что-то один отсоединился. Вот. Вот смотрите, какой наш вот горшок. Вот. И его можно примерно вот так вот подвесить. Так. Вот так вот. И он вот так вот у вас будет где-нибудь висеть. Но можно взять и этот горшок украсить. Ну, чтобы он не был белым, например. А то он быстро запачкается. Можно взять краски. И кисточку взять и раскрасить. Например, можно сделать, ну, черным цветом вот так вот взять, пораскрашивать. Он будет как березка, например. Ну, вот будет наш горшок в стиле березки. Вот, можно взять, например, вот такую вот толстую, ну, вот такую вот кисточку. Ну, такие толстые у него, как много этих волосиков. И побольше раскрасить, например. Вот. Можно, конечно, еще взять и наклеить цветную бумагу. Например, вот такую вот взять и его украсить. Вот. И он будет у вас очень красивым.
Вот, можно украсить по-разному. Можно украсить, ну, еще какие-нибудь рисунки, например, наклеить. И туда, ну, засыпаешь, в общем, землю и садишь цветок. И все. Ну, горшок для цветов готов. И это выгодно. Вот, и все это мы сделали из пластиковых трубок.